дел, который в Николаеве был там 10 лет, 20 лет и так дальше. Если человек хочет навести здесь порядок, мы должны ему помочь, дать ему полномочия и потребовать в течение какого-то года навести порядок. Поверьте мне, вывески в городе поменяют аж бегом, если будет соответствующее решение и будет соответствующее согласование. Потому что что хочу, то и творю, этого не должна допускать. Можно провести вообще конкурс на разработку положения по данному направлению. Нет, мы просто привезем, они сделают свои, мы пригласим наших компонистов, сделаем круглый стол, то есть, ну, естественно, это не будет в одном порядке. Слушайте, сейчас нужна железная воля и мачете, и все, рубать головы. Заставляя делать так, как это делает. Значит, аккуратно. По-другому. Ну я образно сказал, ребят, я имею в виду, сейчас надо жесткую позицию занять. Потому что если мы сейчас привезем урбанистов, то не в Германии урбанисты, Николаеве, не годятся, давайте нам их с Австрии. И пошла жара. А если мы хотим вести порядок быстро, тогда достаточно собственных ресурсов и воли, и все. И вперед. Сергей Анатольевич, да. Я еще прошу. Вот смотрите, вот я.